Всем привет-привет! Где мы сегодня? В банана-парке. Сейчас пойдем смотреть, что тут есть интересного. Давай, пошли! Надо попасть в цель. Сможешь? Здесь еще такие подушечки. Милан, ты чувствуешь, какой они начинкой? Их даже можешь не кидать, а просто самацать уже прикольно. Ну, мне не очень нравится это. Не очень? Мимо! Ой, у меня не получается и цель цель снимать сразу. Милан, ты что с такой яростью? Там сейчас еще новые дырки проделаешь. Выследи, чтобы там никого не было. Попал! 1-10. Милан, ты читер! А смотри, вот это для чего? Это брат. Они оттуда сваливаются. Все вот сюда, о, как много. Можешь на батут? Это, Милан, так бесшумно. Я сейчас думал, будет какой-то бух, всплеск. Что, в них прям утонуть можно? Все. Был Милан и нету Милана. Эх, я бы тоже тут полазил, вот только взрослым нельзя. Не стал прыгать, пойдем смотреть, что тут есть еще? Да. Милан, мне кажется, это горка не для тебя. Ты чуть не въехал. Вот в эту штуку. О! Сейчас будем кататься в лаву. И сейчас мы вам поедем вот тут, ребят, по трубе. Уйду. Парк на самом деле небольшой, но здесь столько всего разного, да? И необычного. И необычного. Что, на зиплайн? Очередь занимать? Это так медленно, но я уверен, что Милан там сидит, ему было очень быстро. Милан, как тебе скорость? Хочешь, я тебя подтолкну? А ты же так быстро. Да? Быстро, мне кажется, очень медленно. И давай, прыгай прямо на ходу. Ты смотри, тут пол мягкий, вались прям так. Это можно проехать. Как думаешь, что быстрее приедет, ты или Мия? У Мии фальшстарт. Где? Там пойдем посмотрим. Мия, пойдем на изучение парка. Дальше. Ой, тут совсем узенький проход. Я не знаю. Какая-то, ребят, очень странная, необычная штука. Вопрос, как в нее залазить? О, здесь можно, ребят, построить настоящий замок. Вот так, я сейчас вас застрою, и вы отсюда не выйдете. В общем, пока я тут строил, они уже взяли и все сломали. Милан, ты как таран, что ли? Так, еще одни горочки. Милан, лови! Вот. Самое веселое это обстрел, ребят. Ай, только мне прятаться тут негде. О, ребят, я буду прятаться в этом замке. Ай, недолет. Только проблема, у меня тут совсем нету снарядов. Милан, здесь кубиков можно построить 2 замка и устроить перестрелку. Как тебе такая идея? Много времени. Надо весь парк исследовать. Ну давай, оставим на потом. Там кровати из будущего. Милан, какие-то кровати из будущего. А, вот что тут придумали. Знаешь, ребят, тут вот такой парк, куча всего интересного.
А здесь сделали кровати с телевизорами, да? Ай, так. Пришел, пролежал все два часа, да? Взять без лимита и завез здесь. Чтобы им, ребят, жизнь сказка не казалась, мы сейчас сделаем вот так. Кто там мультики смотрит? Так что, ребят, спокойно, мультики тут не посмотришь. Ах, ты хотел от меня убежать? А вот и второй пупсик. Кого поймаю? Обстрелку? Да почему я сегодня мажу весь день? Нет, он бежал от меня и решил скатиться вот по этому. Мне кажется, это было очень неприятно. Сегодня, ребят, мы были в бананопарке. Он небольшой, но как, тебе понравилось? Да, здесь необычно. Горка прозрачная, зимплайна, вулкан огромный, батуты и... В общем, ребят, он небольшой, но тут все разное и очень интересное. Что надо делать, если ребята еще хотят, чтобы мы сходили куда-то и сняли об этом видео? Поставить лайки, писать комментарии. Я поставил лайк и подписался. Хочу новое видео. Да. В общем, ребят, увидимся. Пока-пока.